всем привет, ребята! Вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами поиграем в игру Brawl Stars. Вышло новое крутое обновление. Вы смотрели уже первую часть, как я ждал это обновление. Очень долго ждал, если честно. Сегодня мы с вами купим то, чего... Про что все говорят. Все говорят, то, что это очень ухудшит игру. Но донатерам-то это как бы улучшит игру. Как бы это ни звучало. Купим сегодня Brawl Pass и начнем проходить квесты. Это кажется самое-самое сочное. Посмотрим, какие квесты нам дадут за Brawl Pass. Просто не переключайтесь, будет очень интересно. 53 дня и 19 часов. Это сколько? Сколько будет длиться этот Brawl Pass? Это сколько, блин, видосов можно будет записать по этот Brawl Pass? Фу, ребята. Гейл, я тебя хочу уже получить. Иди сюда. Почему ты не берешься? Я сейчас куплю тебя. Точнее, нет, я тебя не куплю. Я куплю Brawl Pass, и мне надо будет играть. Мне надо будет играть немало, чтобы получить Brawl Pass. Короче, ребята, смотрю, ну, я же, вы знаете, что я смотрел стрим Арткула. Он открывает большой ящик. Вот этот, бесплатный. И ему падает оттуда Гейл. Ну, вы шарите, да? Кстати, а как правильно, Гейл или Гейл? Давайте позырим. Гейл, все-таки Гейл. Гейл. Короче, странно звучит. Ну что же, блин, это жесть. Это надо точно скриншотить. Это нужно вот так вот скриншотить. Это нужно все делать, ребята. Класс. Я хочу уже Гейла получить. Хочу эмоции получить. Думаю, вы знаете, что добавили эмоции. Дружеский бой, вот смотрите. Сказать можно вот такое вот. Эмоции, посмотрите, ну какие же они классные. Кактуса можно даже прислать. Подождите, не надо меня присылать, пожалуйста. Я хочу сейчас купить Brawl Pass со спокойной душой, ни с кем не хочу играть. Сорян, ребята. Все. Кстати, давайте посмотрим иконочки какие. Я видел, у чувака там прикольная иконка Пока была. Так, а как поменять... Как поменять иконку? Иконку правильно поменять, можно легко. Что я говорю вообще? Не, Пэм иконка, если честно, мне не очень нравится. Да не, я оставлю Спраута. Это имбовый боец, имбовая иконка. Горячая зона. Квесты, ребята, квесты. Ну, это нужно очень потеть над этими квестами. Ну что же, ребята, я не буду тянуть. Первый сезон Базар Тары. Я уже заскриншотил. Давайте еще один скриншотик сделаю. Просто чтобы была крутая превьюшка. Все, давайте, ребята. Покупаем, активируем. Я уже скриншотил это. Ну еще раз. Сейчас все можно. Запись у нас идет, самое главное. Идет запись. Моя хорошая запись. Можно купить за 249 гем. А почему за 249, к примеру? Почему за 169? Почему не за 170 там? И, кстати, вы видели прошлый видосик? Мне дали один гемас, и у меня сейчас ровно 180 гемов. Просто очень круто. Ну все, ребят, пришло. Я даже боюсь нажимать на эту кнопочку. Мне сейчас снимут... Ну, просто, короче, ну так. Снимут 169 гемов. Но я знаю то, что я получу Гейла в этом сезоне за 53 дня. Я получу Гейла 100%. 100%. Я буду играть. Я не буду пушить кубки, я буду пушить квесты. Как бы это ни звучало. Ну что же. Вау, ты точно хочешь купить Brawl Pass? Ну, это крутая надпись. Ты точно хочешь купить Brawl Pass? Ну, типа, ну давай мани сюда. Окей, ребята, давайте суперсел. Музычка, не знаю, вы слышали или нет, такая прозвучала. Вот, давайте этот мигающий мегаящик вот так вот заснимем, класс. И мы сейчас сможем открыть мегаящик с вами. Ну что же, давайте. Мегаящик. Здорово. Круто. Ничего нам не выпало просто с мегаящика. Спасибо, суперсел. Спасибо. Класс. Давайте пойдем выполнять квесты, различные квесты. Я хочу, если честно, знаете, что сделать? Я хочу пойти и... И что я хочу сделать? Что я хочу сделать? Я не знаю даже, какой квест начать делать. Исцели. В любом режиме, да? Типа, блин, у меня 700 кубков на нем. Я не хочу сейчас сливать. Кстати, а мы можем... Да, погнали, ребята, сыграем в горячую зону на Поку. Я думаю, мы затащим. Ну, надеюсь, как бы затащим. Видос может будет длиться, ребята, минут 20. Потому что мы сейчас будем квесты выполнять с вами.
Кстати, какие квесты мне добавили? Ребят? Я купил Бравл Пасс. У меня он сейчас куплен. У меня 11 гемасов. Какие квесты мне добавили? Я не понимаю, какие квесты мне добавили? Говорили же, квесты добавляют. Или... Там, ну, пока месте, ребята, давайте эти исполнять в любом режиме. Я правильно понял? Я просто обратно же не прочитал. В любом режиме или нет? Я, как всегда, буду по 100 раз смотреть эти квесты, блин. С бойцом пока. В любом, я так понимаю, режиме. Давайте пойдем в горячую зону, новый наш режим. Ну, не новый режим, старый режим, но все же добавили его и немножко изменили. Давайте, ребята, погнали. Так, ты на тот фланг. Ну, я вас буду подхиливать, ребята. Я же вас могу хилить. Давай, давай, вот так вот. На, по 700. Так это изи, по 700. Нифига себе, блин. По 700 хп. Это же жирно, серьезно. Это можно... Или только ультой. Я не прочитал обратно же. Только ультой, скорее всего. Ну, если и пассивка, и... Давай, давай, хилю, братан. Есть, плюс 2000 сразу. Мне нужно 30 тысяч. Но это, ребята, не будет сложно, я так думаю. Ну что же, давай, Джеки, стопайся. Нет, отлично, отлично. Давай, братишка, я тебя похилю еще вот так вот гаджетом. Так, нужно Розе помочь. Нужно помочь Розе. Я ее похилил. Отлично. Убей эту тупую хилочку. Не, хилочка смотрится очень круто, но просто тупая, потому что она команды соперников. Так, так, мы выиграли, ребята, мы победили. Давай, еще... Да, 100%, 100%, просто 100%. Круто, круто, мне вот это... Вау, что? Подожди. Это я типа сразу получил 27 тысяч? Я даже не думал, я думал 10 получу, а тут 27. Это и гаджеты, и все, что угодно считается. Кстати, мы сейчас два квеста с вами пройдем, по идее. 75 пройду, и еще 10 гемасов получим. Просто жир, жир режим. Жир квесты, просто, ну реально топ, топчик квесты. Это очень разбавит игру, именно все же играют, чтобы пушить кубки, все, чтобы поднимать кубасики. А мы будем с вами играть, чтобы выполнять квесты. И это очень и очень... Ну, развеет игру, можно сказать. Возможно, не на долгое время, потому что не все смогут часто донатить. Я это прекрасно понимаю. Но раз за всю историю можно позволить накопить гемы или же задонить там 30 гемов, чтобы как бы побыстрее. Блин, а мы всираем. Мы-то проигрываем. Ну же, давай, ну умри ты. Есть. Но только где мои напарники? Я что-то не шарю. Ну, блин, какие-то тупые попались мне тиммейты. Но окей, я-то квест выполню. Мне-то нужно похилить их немножко, чтобы они подольше пожили немножко. Блин, а чё вы умираете? Давайте я вас похилю, браты. Братики, давайте. Ну же, давай, давай, иди, иди. Иди умирай, я тебя буду хилить. На, вот так вот хилим тебя. Блин, отойди ты, да я тебя похилю вот так вот, на. Все, я надеюсь, я квест выполнил. Мне кубки пофиг, если честно. 700 у меня так и останется. Что? Есть, да, я выполнил. Но у меня так и осталось, да, минус 8, да. 700 кубков так и осталось. Мы выполнили 3 квеста, смотри. Ты просто посмотри на это. Класс, сейчас 2 бигбокса откроем. С первой ничего. Второй тоже ничего, ну что это за фигня? И здесь нам падает 10 кристаллов. Но это хоть очень круто. Кстати, нафармим свои монеток. 10 тысяч у меня уже голды есть. Очень классно. Ну что же, давайте я продолжу, ребята, и выполнять квесты. Это очень-очень круто. Что еще можно сделать? Нанести 90 тысяч урона. А давайте какой-то посложнее квест начну исполнять. И мы с вами после этого как бы видоса, ну я сейчас остановлю запись, и потом мы уже вернемся. Подожди. Типа выиграть любые бои? Так я сейчас Бравл Бол пойду просто так тащить на изи.
А давайте еще раз исполним этот квест, подожди. Квесты. У меня есть квест с Бравлболом, нанести 180 тысяч единиц урона. И также выиграй бой 6 раз с бойцом Спраут. А в смысле бой какой? Какой бой? Вот какой бой? Вот какой бой? Шедехи? Наверное, Шеде. Ну давайте возьмем какого-то бойца и пойдем не в Шеде играть. Победи 24 врага. Врага. Я не знаю как. Правильно? Ой, ну если честно, ребята, очень квесты сложненькие на самом деле. Ну серьезно, не легкие. Это нужно... Давайте вот Бравлбол нанесем дофига урона. Нужно взять такого бойца, который будет прям сплэш-урон такой давать. Давайте возьмем, ну не 700 плюс, давайте на 650 кого-то. Ну, к примеру, Джеки. Тут карта какая? Не, это фигня карта для Джеки, это настоящая ерунда. Давайте... О, кстати, мы можем за Брока, и мы можем еще и выполнить квест одновременно. Да, ребята, мы можем выполнять одновременно квесты. Мы можем и Брока, как бы... единицы урона наносить и в Бравлболе. Ну, давайте попробуем. А давайте, будет ли засчитываться два квеста за одну игру? Ну, как бы два квеста пополняться. Или только один считается? Блин, какая-то смс-ка пришла. Нам надо наносить урон. Во, уже 1300 есть. Это нам надо дофига играть. Есть. Мне не важна победа. Ну, хотя не, важна победа. Я не хочу просто так сливать. Ну же, пожалуйста. Мы слили. Ну потому что, блин, какие-то... Хотя нет, тиммейты нормальные. Ну, блин, танк просто. Бул, кстати, новенький скин. Блин, а на Броке не так уж легко, мне кажется, набивать единицы урона. Давай. Я хочу его убить. Да убей ты его уже. Давай, не, ульт я не хочу юзать. Я хочу ульт заюзать на троих бойцов. Давай, вот так вот. Есть, вот так вот нормально. Хотя не, фигово заюзалась, как всегда. Блин, ну не надо урон наносить, ребята, давайте. Есть. Блин, не попал. Блин, еще и попадать нужно. Я хотел просто на автоатаке играть. Еще надо сейчас потеть мне. Класс. Мы еще и сливаем. Я сейчас Брока солю. Блин. Ну, кстати, давайте проверим. Засчитывается ли два квеста за одну игру? Да, ребята, засчитывается. 16 тысяч? Так это, подождите, это 16 тысяч? Ну, это же не сильно так уж и мало, я бы сказал, за одну игру. Плюс мы тут тупили, как... Точнее, я тупил, как настоящий... Короче, давайте еще сыграем катку. Мне вот интересно, вот нормальная катка сейчас будет. Сколько мы урона нанесем за такую нормальную долгую катку? Если мы, конечно же... Проведем такую долгую катку. Давай, попадайся на мою ракету. На, еще раз попал. Не попал. Да ну... Ё-моё, блин. Еще интернет лагает. Что за... Я не хочу просто сливать свои 23 тысячи. Вот серьезно, неохота мне сливать с этими квестами, блин, сложными. Еще и лагает, тыля просто. Блин, я не наношу урона. Я же совсем не наношу урона. У меня лагает как... Блин, ну это вообще суперсел, респект вам. Так почему лагает? Подожди. Да ты гля просто. Интернет нормальный, все нормальное. Почему лагает как... Да ё-моё, случайно, ну что это за... А, кстати, считается урон на вот эти вот... Блин, пожалуйста, да еще урона нанесу немножко. Ну почему так лагает? Ну я не хочу с лагами играть. Серьезно, мне не очень круто играть с такими крутыми лагами. Очень крутыми, как сама обнова. Не, обнова классная. Ну, правда, для тех, кто донатит, кто может купить Brawl Pass. А для тех, кто не купит Brawl Pass, для тех это будет бомбящая обнова. Ну уже умри! Ну, это у всех лагает. Почему Бибит так тупит? Потому что у него лагает. У всех лагает. Почему?
Я уверен, что у всех лагает. Посмотрите просто, Джесси не двигается. Давай. О, кстати, сейчас будет много урона, думал я. Но, к сожалению, мало. Кстати, мы нормально так нанесли. О, давайте еще я убью. О, даблкил. А нет, не даблкил. Давай, пожалуйста, еще. Еще попасть хоть надо. Да, 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 попал, есть. Убил. Убил. Биби убил. О, наконец-то лаги прошли. Наконец-то оно отлагало, и нам забивают гол. Я промолчу, ребята, потому что... Ну, блин, я сливать не хочу кубки. Там еще и смс ей присылают, ну, надоели уже. Точнее, не смс, а уведомления просто приходят. Еще минус 7. 26 тысяч. Блин, так это надо долго играть. Это надо долго играть. Ребята, я вам предлагаю встретиться после того, как я закончу этот нормальный квест. Очень-очень нелегко играть, если честно. Но я не знаю, как я, насколько я пройду эти квесты. Вот, к примеру, 150, это 200, это 500. 500 я пройду где-то вот до 7 пройду или до 8, я не знаю. Конечно, ребят, это нелегко. Я думал, будет намного полегче. Ну, все-таки 53 дня. Мне кажется, здесь задротить даже... нету смысла, потому что ты и так пройдешь, а потом в конце просто будет типа... Не, ну я просто хочу Гейла получить очень сильно быстро. Но, наверное, это будет где-то полнедели, неделя, если не больше. Хочу этот большой ящик тоже. Скин хочу, все хочу, ребята. Все, я пошел выполнять квест. Не переключайтесь, сейчас вернемся, когда я выполню этот очень крутой квест. От которого у меня будет гореть. Все, давайте, ребята, сейчас будет жарко. Для меня это будет где-то, ну, возможно, полчаса игры, а для вас это одна секунда. Все, давайте. Посмотрите, я выполнил эти два квеста. Играл на самом деле 10 минут, я очень быстро, я по 40 тысяч за катку. 46 тысяч, вы видите. Сори, ребята, я уже не хочу. С этими пацанами тот чувак явно выполнял квест с Поко. Ну, вы просто посмотрите. Просто... Ага, фигушки, фигушки, я только два этих прошел. Ничего себе, я хочу, ребята, сейчас поиграть. Поиграть так немало. И не в следующем видосике, а вот через секундочку. У меня будет уже мега ящики. Сильное заявление. Не знаю, ребята. Не знаю, давайте еще повыполняю квесты. Не хочу я вот так вот заканчивать видосик, купив просто Brawl Pass. Хочу еще выполнить какие-то квестики. Конечно, что-то так мало квестов, не понимаю вообще. Вот почему так мало квестов? Ладно, давайте, ребята, нанесем 90 тысяч урона в единиц в захвате кристаллов. Сейчас по-быстрому тоже пройдем. Давайте даже одну сыграем на видос. Посмотрим, за сколько я вот, например, закатку в захвате кристалла нанесу урона. Конечно, да, что-то мало квестов, если... Вау, кстати, поменяли ходьбу Мортиса. Это я уже знаю. Так, отлично. Отлично, что убили Поко. Так, давай я буду собирать кристаллы или сам собираю. Окей. Пускай Динамайк собирает. Кстати, а здесь мы можем же другого браулера взять. Я забыл, блин. Я же выполнил квест с Броком. Ну, ничего страшного. Возьму Брока. Давайте вот так вот. На. На, держи, отлично. И давайте замочим Поко этого. Давайте ультою так, на, вдавим ему. Нет, не попал. На, Барли, получи. Еще по Броку попал. Блин, ульту заюзал Брок топово просто. Не хочу, если честно, и проигрывать. Мортис тащит, молодец. Молодец, хотя не молодец ты. Слил все гемы. Блин, а я слил ульту. Почему я всегда сливаю так ульт тупо? Вот в той катке, где 40 тысяч урона, там я ульт нормально юзал. Так, отлично, попал. Попал. Отлично, 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 забираем. Забираем гемасики. Гемасики? Гемасики. Ладно. Давай, есть. Нет, нифига не есть, потому что у нас проблемы. Мортис, куда ты пошел? Бедный Мортис, бедолага. Хотя не, нифига ты не бедолага, давай.
Отлично. Забрал. Ну, ой-ой-ой, куда я стреляю? Попал. Попадаю. Нет, не попадаю. Нет, попал. Есть, еще, давай, Мортис, забери его уже. Нет, не лезь, ну, пожалуйста, не лезь. Все, отлично, победа, ребята. Это еще и победа, оказывается, офигеть. И сколько мы урона закатку нанесли? 27 тысяч, но на самом деле не особо и много. Ладно, давайте, ребята, продолжим выполнять квесты. Все, давайте, встретимся. Проходил немножко квестов, добрался до 6-го левела, или как это называется там. 6-й ячеечки, можно сказать. Откроем сейчас эти награды. 3 больших ящика, маленький, 100 монеток, абсолютно бесполезных для меня, потому что у меня 10 тысяч голды. Куда мне их девать, если даже ни пассивок, ни гаджетов в магазине нету? Короче, вы понимаете. Это очень долго, блин, будет. Потому что, вот посмотрите. По 400. Даже если сейчас выполню квест со Спраутом, а я его наполовину выполнил, я 3 раза победил в Бравл Боле. Ну и, короче, 250 я выполню. Мне это ничего не даст. Я как останусь без награды, так и буду, короче. Ну, типа, я за кадром сейчас закончу видосик, сразу залью на свой каналчик. Ну, вы его сегодня уже увидите, 13 мая. Короче, ребята, хочу вам сказать одно, обнова крутая. Обнова серьезно крутая для тех, кто может себе позволить купить Brawl Pass. И это, ну, разбавляет игру. Интереснее выполнять квесты и получать различные награды. Я думал, что будет отстой реальный. Но оказывается, что это очень неплохо даже. Видим, что пофиксили, короче, изменение баланса сделали, добавили горячую зону. Все как нужно, ребята. И, кстати, убрали бигбоксы. Я думал, что бигбоксы не уберут, но убрали. Молодцы, Суперселл. Не, нормальная обнова, я не бомблю. Мне нравится. Ну, я знаю, некоторые бомбят, потому что, ну, они не могут себе позволить купить Brawl Pass. И, как бы, Гейла они в этом сезоне не получат. Но я постараюсь, конечно же, как можно быстрее получить этого Бравлера. И также скин на него хочу. Очень хочу скин, потому что этот скин будет самым эксклюзивным. Его, ну, типа, его больше никто не получит, как только донатеры, типа... И все. Ну, короче, где скин на Була? Я его ищу. А вот он. Короче, с днем рождения, Суперселл. Пишем, поздравляем Суперселл за то, что они самые честные и самые щедрые. Все, ладно, давайте, ребята, до новых встреч. Ну, а мы сейчас откроем эти бесполезные абсолютно награды. Я так думаю, потому что, ну, серьезно. Серьезно, это, ну, прям отстой полный. Ничего не падает. Ну, ничего не падает. Ну, а, кстати, да, гемы же мне не падают, потому что гемы убрали, и из ящиков они не будут падать. У меня уже куча голды, куча старпоинтов, блин. Дофига всего. Кстати, давайте чекнем магазинчик. У нас есть акция, юбилейная акция, но я за такие деньги... Серьезно, ребята, я лучше куплю за такие деньги 170 гемов и потрачу их на следующий сезон на Brawl Pass. Точно же, за 240. Чем я куплю ненужную абсолютно для меня голду, 4 мегалящика, которые не факт, что что-то выпадет вообще, и 80 гемасов. Я лучше куплю 240 гемов, точнее 170 гемов, но только уже тогда, когда закончится этот сезон, первый сезон Бравл Пасса, а именно базар Тары. Тара, прекращай свой базар. Хватит донатить. Все. Давайте, до новых встреч, ребята. Всем хорошего настроения и всем покедова.